Привет, дорогие друзья! Завтра, как вы знаете, здесь, на площади перед ДК имени Юрия Гагарина в Сергиевом Посаде, пройдет митинг жителей Сергиево-Посадского района, желающих перемен в нашем здравоохранении. Эти перемены мы хотим начать с руководства, с перемен в руководстве районной больницы. Поводом для этого митинга, я напомню, послужила история, которую я опубликовал в альтернативной газете. Случилась она с пятимесячным малышом, которого семья Пахомовых привезла в конце октября в приемный покой нашей районной больницы на скорой, в тяжелом состоянии. И вместо того, чтобы начать реанимационные действия, врачи этой больницы целый час ребенка оформляли и направили не в реанимацию, а в инфекционное отделение, где уже у ребенка остановилось дыхание, и через какое-то время он скончался. Вот. Таких историй на самом деле очень много. У меня в семье тоже есть такая история. У моей супруги отца лечили от не той болезни, не от того диагноза, который у него на самом деле был. Давали ему лекарства, которые при его недуге, при проблеме с сердцем, нельзя было давать. В итоге выписали на 21 день, так и не вылечив. И по дороге домой у него случился инфаркт. И когда его доставили в московскую больницу, и как это во многих других случаях бывает, тамошние врачи просто схватились за голову и сказали, как бы, что там работают за люди, как они вот так вот лечили, да, что сделали только хуже. Вот, и человек умер. За эти дни, что мы опубликовали эту информацию о митинге, вот Андрей Мордасов подал заявление, нам поступило множество сигналов, рассказов, которые мы и до этого знали, и новые какие-то открылись. Вот с такими, с аналогичными, похожими случаями люди заверяли, что придут. В голосовалке ткнуло на то, что приду на митинг 700 человек. Но я знаю, что прошло время, люди немножко остыли, люди свыклись с мыслью, что, наверное, может быть, ничего это не поменяет. И могут просто завтра не прийти. Прийти, как обычно, придут, как обычно, там 100-200 человек. И власть, которая вот впервые за долгие годы после нашего собрания массового на Угличе за стадион заерзала, начала организовывать какие-то альтернативные встречи в это же время, в этот же час в ДК Гагарина, чтобы растянуть людей, придумывают всякие провокации. Я знаю, что, по моей информации, господина Сумина, главврача, уже заставили подписать заявление по собственному желанию, которому еще пока не дан ход, оно просто лежит на всякий случай задним числом. Если вдруг митинг будет массовый, если его покажут по федеральным каналам, то наши власти скажут, что, блин, ребята, как бы, главврач уже уволен, и вообще не из-за вас, мы его до этого, он сам до этого хотел уволиться там по семейным или по состоянию здоровья, как бы, вы ничего не решаете, как бы, расслабьтесь, вот, и больше не выходите на митинги. Если этого не произойдет, если люди не выйдут, власти, опять чиновники, расслабятся, и никаких перемен, соответственно, не будет. Вот говорят люди, что, ну, что изменится от того, что поменяется главврач? Придет новый, будет все то же самое, мол, система одна и та же, она везде. Действительно, везде со здравоохранением хреново. Денег на него выделяется мало, но посмотрите, в нашей же Московской области есть города, в которых людей, в больницах которых людей реально лечат. Это такие же районные больницы. Туда просто люди от невозможности вот здесь получить квалифицированную помощь едут туда и там вылечиваются. Что реально одна и та же система, одни и те же деньги получают люди и больницы, но где-то персонал руководством подбирается и как бы настраивается таким образом, чтобы работать и помогать людям, а где-то вот так, как у нас в районной больнице. Естественно, с этим нельзя мириться, потому что, ну, если в ЖКХ мы просто терпим какие-то неудобства или благоустройстве мы там созерцаем что-то малоприятное, то здесь мы реально умираем. Наши близкие, наши люди, и глупо думать, что вас это никогда не коснется. Здоровье такая штука, что даже если у тебя есть деньги, и ты можешь позволить себе лечиться в Москве или в какой-то платной клинике,
будет какой-то вдруг, не дай бог, несчастный случай, сначала тебя привезут в нашу ЦРБ, если это случится здесь, в нашем районе. И от того, насколько квалифицированно, оперативно и с каким желанием будет произведено это первоначальное лечение, во многом зависит и дальнейшее выздоровление человека. Поэтому, дорогие друзья, приходите завтра, не ленитесь. Да, холодно, да, может быть, как-то есть какие-то, может быть, другие планы. Поборите в себе лень, придите сюда, придите на митинг. Реально, давайте проведем реально показательное мероприятие гражданского недовольства текущим положением дел, чтобы наконец-таки наши чиновники, люди, которые, которым мы же делегировали полномочия управлять и распоряжаться бюджетами и всем остальным прочим, почесали репу и подумали, что, блин, и их интересы надо тоже учитывать, а иначе и нас в следующий раз пинком под зад ткнут, пнут. Тот же главврач, который придет на место Сумина, зная именно каким способом сменился его предшественник, будет вынужден так или иначе по-другому стараться относиться к людям и к построению вообще своей работы. Дорогие друзья, приходите завтра на митинг, не ленитесь, я буду вести прямой эфир. Даже если телеканал там НТВ или Россия или РЕН-ТВ не приедут, будет много людей, будет хорошая картинка. Мы в любом случае сможем ее подать, пропихнуть дальше на федеральные СМИ и придать больше гласности нашей вот этой вот ситуации. Давайте не будем овощами, давайте будем реально людьми, гражданами. Митинги – это такая же форма проявления своей гражданской активности, законная, достойная, как и все остальное, и выборы. Может быть, даже более достойный из всех, реально. Я в это верю. Друзья, не подведите.